Весь комплекс полевых работ завершен. Время подводить итоги. В регионе по традиции отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Погода в этом году аграриям не всегда благоволила. Из-за сложных условий была зафиксирована гибель озимых, а урожай зерна не такой богатый, как в прошлом году. Однако без рекордов и в этот раз не обошлось. Растениеводам удалось получить более 1 000 000 тонн подсолнечника. Такого не было за всю историю области. Собрали также свыше 1 000 000 тонн кукурузы и 4 миллиона тонн сахарной свеклы. Это на четверть больше, чем в минувшем году. Увеличились и показатели по сое и картофелю. Животноводы при этом также не отстают. За последние 3 года наш регион входит в тройку лидеров по объему производства мяса. Ежегодно мы производим не менее 624 тысяч тонн мяса. В этом году мы останемся на уровне прошлого года. В Большом зале администрации региона все те, кто стоит за рекордными цифрами и амбициозными планами. Труд механизатора хозяйства Ржаксинского района Геннадия Панина отмечают почетной грамотой Минсельхоза России. Мужчина работает в поле уже четверть века и не мыслит себя в другом деле. Я бы не сказал, что тяжело. Нормально. Сейчас техника такая хорошая, можно работать. Любите свою работу? Ну, конечно. Если бы не любил, не работал. С успешным окончанием страды аграриев поздравил руководитель региона. Максим Егоров отметил, что Тамбовщина испокон века считается аграрным регионом. И на развитие этой отрасли будут направлены все усилия, в том числе и в части финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей. И на следующий год министерство нам сказало следующее: если вы будете так же работать, будут дополнительные деньги. Это поддержка наших, опять же, сельхозтоваропроизводителей, фермеров и всех, кто работает на нашей прекрасной Тамбовской земле, очень плодородной. Осмотрев выставку продукции тамбовских сельхозпроизводителей, Максим Егоров предложил подумать над созданием нового бренда, который представлял бы всех местных фермеров. Кроме того, руководитель региона выступил с инициативой закрепить региональный день работника сельского хозяйства на законодательном уровне. Праздник предложили отмечать в последнюю пятницу ноября. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Евгений Мещеряков. Область новостей.